Добрый день, дорогие друзья! Сегодня сделаю краткий видеообзор на один из элементов прихожей Крафф. Это обувница, три ящика. Самое главное для тех, кто занимается продажей товаров, это чтобы им самим нравился этот товар. Я в восторге от этой прихожей, хотя она может показаться кому-то простой, ну там дизайн как бы не самый такой хитро выдуманные, но при этом соотношение цены и качества просто невероятное. То есть сама коллекция, она совсем недорогая, но при этом качество для меня, как для человека, который занимается мебелью, я считаю, что качество очень хорошее. Начнем с того, что у всей линейки идет кромка. Самое для меня это важное, это как раз кромка, наличие кромки 1 мм. То есть это не только на лицевых частях, но и где-то там, то есть внутри, она обязательно тоже идет 1 мм. Далее, ну то есть хорошая фурнитура, в плане того, что она вся металлическая. Ну нет, здесь, конечно, пластик, но имею в виду то, что крепится, например, эта деталька, и тут она идет металл. То есть это хорошо, но это всегда хорошо, то есть она со временем не должна расшататься. Вот, давайте про данную коллекцию, именно про прихожую. Прихожая имеет очень большое количество элементов, там различные обувницы, шкафы, пеналы. Вот так все это можно будет собрать. То есть вот еще элементы, приходящие к этой прихожей. Далее, у этой прихожей есть цвет темный. Вот так он выглядит. Темный и светлый. Также у нас зачастую просто отдельно берут шкафы из этой коллекции. Например, угловой чаще всего берут. Они берут даже в спальню. И вот эти трехстворчатые. Вот. Сама обувница, она достаточно высокая. Вот, то есть мой рост. Вот она здесь идет. Так что вы, пожалуйста, приезжайте на Королёва 14, смотрите эту обувницу. Несмотря на то, что у нас небольшая выставка, вы сможете сделать вывод по всей коллекции благодаря этой обувнице, потрогать, пощупать. Вот. И также, что хочу добавить, она идет у нас на ножках, то есть здесь большие ножки, в отличие от всех других моделей наших прихожих. Всего вам доброго, хорошего дня!